по-разному. Тут поставим там полсекунды. Я просто думал, на что ты ставишь рандом, если у нас крик, ой, кашель. Получается, он, я как бы хотел, чтобы он кашлял на фоне, а когда он непосредственно в волюме находится, он получал дамаг. Как бы. Как только он из волюма вышел, осталось только это делать. Было бы, ну, похоже, как вот в играх, я не знаю, как в все-таки ну, мошка там или этих, там где ты просто стоишь, тебя моб бьет, он такой, получится. Не знаю, сколько это, насколько это получится или не получится. Было бы интересно. Попробовать такое. А сюда теперь нам нужно будет. Получается, он заходит в волюм, начинает получать дэм. Вот сюда вот начинает получать дэмэдж. Тут будет триггер. Тут будет триггер типа старт дэмэдж такой. А тут когда он стартует дэмэдж, получается, он сразу начинает с двух звуков. Он начинает получать сюда дамагу и начинает дышать. Триггер нашли. Да, да, да. Только вот это почему-то не слышно. Потому что она пока не проиграется, она по идее не запустит. Ну, он параллельно был. А ты? А, вот это он достал. Точнее, вот так. Подожди. Не так. А, ну вот так, правильно. Почему? Так вот. Ты не подключил. Бабай, чё это? Ты у тебя сейчас запущено, ты триггер не нажал, и плюс у тебя вейв не работает второй. Нет, а запущено вот это вот работает. Так у тебя второй вейв. Второй вейв я пока не хочу, допустим, я хочу, чтобы этот проиграл. А, так ты триггер не нажимаешь тогда. Триггер вот нажал, вот звук приходит. То есть вот отсюда он не выходит уже. Ну, почему-то.